том, что судья выписал много предупреждений красным карточкам, что вот это на себя. Главный тренер сказал, что судья виноват в этой подосовке, согласны с ним? Да, согласен, это, конечно, мягко говоря, бардак. Я не знаю, ну, вот, не в моей компетенции, но это просто беда, это беда. То есть судейство не очень нравится? Это не... А вы довольны? Вам нравится это вообще работать? Вообще в России? Да, не очень. Все жалуются на футболистов, но это не так, что делают, особенно в концовке судей, потому что... А пенальти правильно были назначены? Наши ворота? Наши ворота были пенальти, это бардак, ребята. Какой пенальти? Ну что? Человек прыгнул головой мяч, он поставил пенальти. И когда его спросили, за что ты поставил пенальти, объяснения там были такие, что... Это смешно. Все? Спасибо. Спасибо. Марина.